Меня зовут Ангелина. Я работаю в компании Digital Cloud Technologies. Работаю я дизайнером, проектирую интерфейсы для Windows Phone приложений, а также для платформы Windows 8. Занимаюсь всякого рода дизайнами, графический дизайн, проектирование UI и так далее. Сейчас я работаю с приложениями под Windows 8, проектирую дизайны. Совершенно новое веяние у нас появилось, это Metro стиль. Свои гайдлайны Microsoft предлагает, со всем этим я сейчас работаю. И, конечно же, там нужны знания юзабилити, как пользователю, как ему удобнее работать с информацией. Все это приходится применять на практике. Да, Metro для меня отдельная, как бы можно сказать, отдельный этап в дизайне. Когда я с ним только познакомилась, и я не понимала всей прелести этого стиля Metro. Это нечто новое, это концентрация на сути, это вынос контента на первый план, и это уход от существующей иконографики, переход к инфографике. Мы стараемся акцентировать наше внимание на контрастах, на типографике, на цветах, и это очень удобно. И сейчас повсеместно применяется как и в мобильных приложениях, так и в веб-сайтах и так далее. Все начинающие дизайнеры, они хотят принести уже свой существующий опыт в Metro-приложение, добавить и кнопки, какое-то тиснение, тени, нагромоздить интерфейс с узорами, картинками. От всего этого нужно отказаться. Все это во имя быстрого доступа к контенту. И сначала может также возникнуть проблема, может показаться, что в нашем приложении много свободного пространства. И дизайнер захочет нагромоздить его какими-то своими элементами. От всего этого нужно уходить и уметь играть с пространством. Для меня, прежде всего, это скорее основы дизайна. Каким бы хорошим дизайнер не был самоучкой, но все же основы, которые получают дизайнеры в школах, это правила работы с цветами, это знание золотого сечения, все эти основы, они очень важны. И чтобы научиться нарушать правила, сначала нужно их как бы усвоить. Прототипирование с помощью пакета Expression Blend Sketchflow. Сегодня я со своими слушателями сделала небольшой прототип приложения, посмотрела и показала, что можно делать в Expression Blend с помощью такой технологии, как Sketchflow. Ну и немного рассказала о Metro. Вот, собственно. В общем-то, я хочу всем посоветовать просто дерзать и пробовать, и не сидеть на месте.